Людмила Духовная родилась в октябре 1944 года в Баку. Окончила актерский факультет Азербайджанского государственного института искусств. В Русском драматическом театре имени Самеда Бургуна с 1965 года. Людмила Духовная – одна из самых красивых актрис азербайджанской сцены и азербайджанского кинематографа. На ее счету более 120 ролей. Народная артистка Азербайджана, свыше 50 лет прослужившая на сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Бургуна. Обладательница ордена «Знак почета» премии «Кумай», театральной премии «Золотой дербиш», Российской национальной актерской премии «Фигаро» имени Андрея Миронова в номинации «Заслужение русскому репертуарному театру» и сегодня радует театрального зрителя своей яркой проникновенной игрой. В октябре 2019 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Людмилы Семеновны Духовной орденом «Шохрат» за заслуги в развитии театрального искусства в Азербайджане.